Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Так, я вот что хочу сказать. Пошла она в жопу, ей такой мрази цветы или духи дарить я точно не буду. Поэтому... Приветствую в банке Чан Фанели. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? Мне нужна форма 202. А нельзя было сразу сказать, что к справке А38 нужна форма 202? Я потерял на этом много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Геральт из Ривимы. Сейчас найдем. Геден, Гемель... А, вот. Геральт из Ривии. Да. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Вот пизда. Что-что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Да пошла в жопу. Я зайду позже. Как пожелаете. Блин, нету вариантов. Приветствую. Я пришел. Вот сука, а. Но прежде чем я уйду, хочу вам кое в чем признаться. Я сюда прихожу нарочно. Это как это нарочно? Чтобы хоть минутку с вами поговорить. Так что, пожалуй, зайду еще разок. Может, два. И в конце концов, быть может, вы мне улыбнетесь. Я очень на это надеюсь. О! Вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чан Фанели. Может, удастся что-нибудь сделать с этими бумажками? А, так можно было и ничего не дарить на самом деле. Без подарка тоже нормалек. Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Кого я вижу? Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят, но вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь? У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем, сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Да я уже слышал. Справка А38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле. Так что мигом управишься. Что, блин, за херня? Чан Фанелли, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но, мастер-ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим, только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. А что это? Получение от ее сиятельства? Да. И на его основании... Я требую доступа к моему счету. Сейчас же. Да, мастер-ведьмак, идем. Чё ж там на счете-то? Как там делишки, мастер-ведьмак? Не жалуюсь. Мои поздравления. А у нас вот не очень. Торговля вином идет все хуже. Наверняка из-за этих фиглярских названий. Никто за пределами Туссента не знает, как выговорить, скажем... Код до блюсюр. Потому люди и стесняются покупать. Текс, ну и чё? Готово. Ящик номер 256 с правой стороны, в конце. Так, ящик номер 256 с правой стороны, в конце. И чё ж тут меня ждёт? Чан Фанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой.
Ну, деньги должны быть в обороте, так что как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Чего? Купили акции, облигации, инвестировали в развитие пары виноделин. Вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер, разве бы я посмел? Я... Посмел, посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер-ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Блин, ну... Ладно, давайте дадим ему неделю. Неделя. И ни дня больше. Ты не пожалеешь, я обещаю. Я все приготовлю, а ты возвращайся через 7 дней. Ага. До свидания. Так, окей. Сейчас мы, значит, 7 дней помедитируем. Потом придем к нему. Подождать неделю и поговорить с Чен Фанели. Так, ну поехали. Раз. Так, давайте вот так вот, наверное, мы еще. Чтобы наверняка. Так, теперь два-с. Это 2 дня. Это 3 дня. Четыре дня. Пять дней. Текс. Шесть дней. И 7 дней. 7 дней. Так, 7 дней мы вроде бы подождали. Куда так спешишь, Белоголовый? Поговорить с Чен Фанели о своих деньгах. А ну, стоямба. В чем дело? У меня тут твои деньги, а также презент в благодарность за оказанное доверие. Этот меч зовут Инспектор. Он меня столько раз выручал. Так, и сколько денег-то? Благодарю. 500 крон. Будем считать, мы квиты. А, ну... И вот еще что. Прошу прощения за вынужденную заминку. Не, ну, в принципе, что, нормально выполнили квестяку. 500 крон — нормальная тема. Вообще нормальная тема, 500 крон. Так, ладно, дополнительное задание. Кулачный дом, этот меня не интересует. Давайте на гвинт опять. Куда так спешишь? Переключимся. Ну, я думал, все будет сложнее в этом банке. А что у меня включена штука эта? Непонятно. Так, ладно, поехали сюда. Что тут за магазин? Мы сейчас по всем магазинам нафиг пройдем. О, парфюмер. Ого, ведьмак! Наконец-то серьезный клиент. Что ищете? Жимолость? Лепестки генации? Покажи, что у тебя есть. Покажи-ка мне свои запасы. Так, глиф есть, а это что? О, он глифы, кстати, тоже продает. Трансмутация малого мутагена. Красный в синий. Ля, это я прикуплю такие эти рецепты трансмутаций. Синий в зеленый. Так, ладно, пофиг. Понеслась. Нужен для изготовления что-то там. Большого мутагена, зеленый в синий. Блин, дорого это все стоит, конечно, но ладно. Люблю я покупать рецепты. А что это? Рецепт улучшенная двемеритовая... Блин, короче, пипец. Сколько мы бабла ему слили. Я бы, кстати, не против это бабло вернуть. А на чем мы можем подняться тут?
Что у нас много? Блин, мутагенов, кстати, много, но они копейки стоят. Их продавать смысла нет. Вот, тимерская ржаная. Давайте вот этот вот половинку продадим. Не знаю, что это такое. А вот это что? О, собачье сало тоже можно даже. Я уверен, его много не нужно. Вот так вот. Вон, алхимического порошка у нас тоже дохренище. Сейчас попродаем. Так, ну алкогест лучше оставить. Грибы тоже. Что еще? Вон, полтос каких-то цветов. Но они все по единичке стоят. Так, мозги утопцев. Вот, вот коготь накера. Если что, накеров еще нащелкаем. Кровь гуля. Если что, можно будет пойти по вопросикам в первой локации и там все это нахоботать опять. Хотя зачем? Когда и так. Кристаллическая эссенция. Так. Ну, травку всю они по единичке покупают. Яйца гарпий. Это что? Нильфгаардская лимонная. Риданская желудёвая. Это что, наливки, что ли? Бухло. Княжеская вода. Так, а вот это что? Ну, печень волка. О, а вот это что? Селитра. Кальциум эквикум. Черный порошок. Да так особо больше и нечего продавать. Да, особо больше и нечего продавать. Эссенция элементаля. Ну, можно десяток еще эссенции элементаля. Я же не думаю, что они нам нужны будут. Ну, даже вот так. Не, вот можно еще эссенции призрака продать. Полтосик. Винный камень. Так, а вот это что? Зуб водяной бабы. Спирт слея. Ты имеешь в виду алкогест, что ли? О, а еще у меня призрачная пыль имеется. Да он стоит 3 копейки. Ну да, но он... Кровь накера, глаз накера. Мозг альгуля. Так, еще на 2000 осталось у него. О, а что вот это вот? Водяная, водная эссенция. Так, на 1500 осталось. Ну, лунные осколки, ну, тоже нам, наверное, столько не надо. Десяточку можно продать. А вот это что? Кровь гнильца, о! Клок волос эхидны. Когти накера. Так. Медвежье сало. Но его у меня не так много. Ладно, давайте волчьи печени тоже попродаем. Зачем нам их так дохрена?
Ля, а почему вся травка по единичке стоит? Она ж некоторая наверняка тут редкая. О, кстати, алхимическая паста. Тоже дофигища можно слить. А, вот, краснолюдский спирт. Ты имеешь в виду вот этот. А, ну у него 576. Все, краснолюдский спирт слили. Отлично. Во, продавца. Это и все рецепты купили, и посливали ненужные ингредиенты. Так. Нормально. Нет желания сыграть в гвинт. Так, ну поехали теперь в гвинтяку нашей колодой чудиков. Раскелиги катает. О, Ольгерт наконец-то пришел. Так, одна жаба нам не нужна. Вампир пришел. Леший, Цири, Трис. Да, в принципе, меня более-менее все устраивает. Не, я бы, конечно, еще Адима хотел бы. Может, на Адима за... О, да, отлично. Замена. Так, ну ладно, давайте пока геройскую эту устроим. Батлу. Сделаем вот так вот. Вот скот, а, долбит дальним этим вот сучка. Ну ладно, я думаю, надо этот самый, надо пропускать ход, потому что мы вот это, у нас казни нету, нам бессмысленно. Да сосачен ты, бля! Сосачек! Так, ладно, хер с ним. Геральт из Ливии, Цирилла из Боливии. Поехали. Этот раунд я тебе уже хер отдам. Задолбишься ты у меня его забирать. О, противник спасовал. 25, если я умножаю... А, ну нет. А ну-ка, давайте-ка бы этими чубзихами... Слушайте, Йеннифер бы, конечно, хотелось бы сохранить. Так, 6, 50. А я смогу с помощью Йеннифер? Там у меня 53, мне надо 6 достать, а я не достану 6. Надо вот так делать. Только так мы сможем его заколошматить. Во, скотина, а? Чё сотворил? Так, ну мы достаем, естественно, вот эту шестерку себе в руку. Вот зараза, а! Цирилла! Хера себе заява. Ну, мы йен поставим, конечно. Ой, фак, йен, но он тоже никого не воскресит. Но мои вампиры, по идее, должны затащить. Да, вампирчики тащат. Красавчики. Изи-пизи. Да, ну за монстров прям мы доигрываем до последнего. За Нильфгард мы обычно выигрывали. У нас там еще десяток карт в этом в запасе было. За монстров мы прям на последнем издыхании выигрываем. Ладненько, давайте я на этом тогда этот выпуск закончу. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни, а с вами был Шашлык.